слова худо. Художественное по всем статьям. Надо придумать что-нибудь такое, чтоб всем понравилось. На всех не угодишь. Областной фестиваль-то у нас завтра. Ну, ты-то молодежь нас позвала. А идеи-то у тебя какие-нибудь есть? Надо подумать. Думайте быстрее, а то тогда вечера проторчать можно. Да чего думать? Вон, Катя на пианино «Лунную сонату» сыграет. Ты споешь, а ты, Сергей, стихи прочтешь. Какие еще стихи? Да любые. Хочешь стихи, а хочешь басню. Вот, басню я могу. Индюк заидовал гусям, что могут плавать там и сям. Короче да говоря, ты, его... сколько можно? У нас каждый раз одно и то же. Я могу рэп прочитать. Да сядь. Ребят, дело-то серьезное. Неужели ничего придумать не сможем? Что можно было бы придумать-то? Ты опять в книжку уткнулась. Что у тебя там? Ревизор. Есть вовремя. Вовремя. Спешу сообщить вам пренеприятнейшее известие. Завтра городской фестиваль. Областной фестиваль. О, еще хуже. Спасайся, кто может. А кто не может? Тот пусть терпит запах тухлых помидоров, что полетят из зала. Не смешно. Ребят, а у меня идея. А давайте мы ревизор поставим, сцену курим. Мы же как раз его проходим. А что? Учителя довольны будут. И фестиваль прокатит. Не потянет. Пессимист. Идея неплохая. Классика, она всегда классика. Ну, замечательно. Так, параллям. Можно, в принципе, Тимофея Городничева назначить. Хлестакова взять. Сергей. Пусть Хлестаковым Сергей будет. О, а я дочку Городничева. Можно? Как там ее зовут? Мария Антоновна. Ну, а я мамашу тогда сыграю. А ну, Андреевну. Ребята, а можешь мне тоже какую-нибудь роль? Дочь шляпки на тяпках, чтоб голубом ходит. Ну, как сказать... Она в тексте есть, да и в сюжете ее вообще нет. А у нас пусть будет. В афиш напишем. Вольная фантазия по мотивам пьесы Николая Васильевича Гоголя. Ревизор. Сейчас все театры так делают. Ага. И когда мы последний раз в театр ходили? Ну, да ладно. По ролям распределить уже? Ну. Мне роль не хватило. Я тоже хочу какую-нибудь роль. Ну, тут только постается масло. Да, для массовости будет. Кем я для массовости буду? Гостем. Гости в доме Городничек. Извини. Ладно. Ну, а пока те, кто не занят, сходите в костюмерную и подберите что-нибудь из костюмов. На все мы, себе любимым. Мы... А, что, если ничего подходящего не найдется? Тогда мода была другая. Несите все, что найдете. Главное, чтобы оборок побольше было. Нужно стиль эпохи передать. Ну, а мы с Яном режиссерами будем текст подсказывать. Так. Ну что, по костюму надо спросить? Ладно. Вы идите по костюму, а те, кто остался, дайте сюда. Вот отсюда. А, сцена. Ну, меня на Андрея тут нет. Я позже появлюсь. Я отказываюсь, я не справлюсь. Справишься, справишься. Мы в тебя верим. Так, с текстом ознакомились? Да. Ну, в случае чего, если кто провидел, правда, Сергей? Действие четвертое, явление двенадцатое. Лесноков Иван Александрович, чиновник из Петербурга, прибывает в дом некоего Городничева и ухлёстывает за его дочкой. Вот тут и будешь ухлёстывать. Ребята, а вы чего тут делаете? Нам же нужно еще стенгазету на конкурс оформить. Некогда нам, не видишь, что ли? Давай позже, а? А можно мне посмотреть? Нельзя! Ну, пожалуйста. Сейчас она все всем расскажет. Может, у нас и не получится ничего. Так, я в доме Городничева. Я здесь живу. Я сяду. Нет, встану. А может, я лягу? Еще чего. Такой важный гость в доме, а она разлеглась. Так я у себя дома. Что хочу, то и делаю. А откуда Хлестаков выходит? Отсюда. Все, понял. Я пойду отсюда. Мне здесь приятнее. Ладненько. Начало помните? Да. Начинаем. Слушай, чего поставим текст? Ах! Отчего вы, сударыня, так испугались? В те времена люди не имели привычки орать.
ясно сказано. Заново. Ах! А чего вы, сударыня, так испугались? Плохо пугаешься, Кать. Неестественно. А ты слишком медленно идешь. Все сначала. Отчего вы, сударыня, так испугались? В те времена девушки не имели привычки залазить на стулья с ногами. Это было неприлично. Ты мой, Кать, ну что ты на этот стул запрыгнул? Будто крысу видал, а? Ты ведь Хлестакова видал. Он красивый, молодой человек. Из столицы в нашу глушь приехал. А ты от него как от крысы? Фу. Ну я же не знала, что он такой красивый. А Хлестаков бегом не бегал, а ходил танцующей походкой, немного в припрыжку. Ладно. Так, давайте так. Ты скажешь. Когда он подойдет. И вообще, просто стой. Просто стой. Хорошо. Ну? А почему я здесь стою одна посреди комнаты? Пришла ты сюда. Зачем? Не знаю. Пыль проверить. Да, пыль проверить. Хорошо ли вымыты полы? Он же столичная штучка. Как бы чего не смеял. Ну ладно. Давай проверяй. Дай я в контексте сверюсь. Отчего вы, сударыня, так испугались? Сергей, ну чего ты скачешь, как сайгак? Думаешь, Хлестаков мог подобным образом передвигаться? Блин, ну сами же ели, танцующей походкой. Это не танцующая походка, а украинский галоп. В те времена вряд ли этот танец был в моде. Я же сказал, что не справлюсь. Ладно, это ты. Но как ты-то чего на полу сидишь? Вообще, что ты под стол лезешь? Так я пыль проверяла, ты сам велел. Так, ладно. Немного подкорректируем сценарий. Это уберем. Наверное, это тоже. А, смотри. Хотя, как обычно, пыль отменяется. Слушай, а может мне это подкрасться к ней? Как? Ну тогда она точно испугается. Ревизор это читал. Ладно, смотри. Испуг у Марии Антоновны здесь небольшой. Вот что она дальше говорит. Нет, я не испугалась. Ну, что стоишь, начали, время поджимать. Ах! А чего вы, сударыня, так испугались? Нет, я не испугалась. Проще это надо, Катя. Застечили. Нет, я не испугалась. Позвольте, мне приятно, что вы приняли меня. Погодите-ка. Что такое? Ну, тут же написано, что Хлестаков говорит эти слова. Рисуясь. А ты будто в магазин за хлебушку сходил. Давай. Ладно. Позвольте, мне приятно, что вы приняли меня за такого человека. Сергей, Хлестаков молодой человек, может, и легкомысленный, но не до такой же степени. Я же сказал, что не справлюсь. Что я вам, актер какой-то, что ли? Да погоди ты, а. Не кипятись. Ладно, это пропустим. Да это тоже не выйдет. А, начнем, пожалуй, отсюда. Марья Антоновна говорит, я вам помешала. Я вам помешала? Вы никак не можете мне помешать. Никаким образом. Вы никак не можете мне помешать? Никаким образом не можете. Вы говорите по-столичному. Вы говорите по-столичному. Осмелись ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? Осмелись ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? Но нет, мне должно не стул, а трон. Но нет, мне должно не стул, а трон. Погоди, это реплика Хлестакова. Но нет, вам должно не стул, а трон. Сергей, в те времена стульями не бросались, если уж только сильно выпить. И вообще, зачем школьное имущество портить? Не бросать, а поставить. Так счастлив, чтобы предложить вам стул. И побыстрее, а то уснуть можно. А смелись ли быть так счастливы, чтобы предложить вам стул? Но нет, вам должно не стул,
отрод. Мне так нужно было идти. Сергей! Зачем ты это делаешь? Христопопович, на что я шурик был, а кто бы себе такого не позволил? А чего она садится-то? Ей ведь нужно было идти. Да никуда ей не нужно. Это она для фотоглаз говорит. Может, она всю жизнь о нем мечтала. Чего же ей бежать от своего счастья? Давайте дальше. Кать, садись на стул. Прекрасный платочек. Ты говоришь, какой у вас прекрасный платочек. Она что, повязанная будет? Нет, он у нее на плечах, понимаешь? А, да. Какой у вас прекрасный платочек. Вы насмешники, лишь бы посмеяться над провинциальными. Как бы я желала, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку? Про шейку не буду. А у Гоголя написано. А все равно не буду. Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком? Я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Какой-то платочек. Вовремя. Платочек мы там не нашли. Наконец-то. Да. Ребята, а можно мне еще будет роль? А то у дочки Артёма Тяпкина очень мало слов. Ролей больше нет. Ну, можно я сыграю? Никого ведь была служанка. Нет никакого слуги, есть только служанка. Да, верно, это для Христакова. Больше ничего мужского мы так не нашли. Только костюм Леши так морозит. А Городничий? Попозже принесем. Ладно. Бур-де-Моттен из Парижа. Или неделя высокой моды в Стове и ее окрестностях. Это стиль жизни от Гоголь-центра. Ребята, тебе, а чего это они так вырядились? Вырядились, значит, нужно. И вообще, не твое дело. Играть что-нибудь будете? А можно мне посмотреть? Нельзя! Ну, пожалуйста. Сейчас она точно всем расскажет. А ты думаешь, она догадалась, что мы тут ревизор оставим? Уж очень сомневаюсь. Да уж, по вашему костюму, вряд ли догадаешься. Уж очень они универсальные. Точно! Мода с огорода. Ой, ладно, все, играем так, чтоб все со стульев попадали. Если ты будешь к этому стремиться, то первым упаду я. Ну и ладно, зато все забудут про наши тряпки. Ой, имей совесть, не тряпки, а костюм. А играть надо так, чтоб смешно. Вот именно, у Гоголя же ясно написано, комедия, комедия смешно. Ребята, ну можно мне еще одну роль? У Христакова ведь была служанка, я буду слугой. Да нет никакого слуги, есть только служанка, я же тебе это говорил. Ну а что? Пускай будет Мишка, слуга Городнички. Пускай там мебель выносит или пыль вытирает. Какую мебель? Да любую, не знаю, стул или поднос с письмом. Нет там никакого письма, но я лично не против. Пусть будет для масок. Тогда пойду костюм поищу, для тебя отведу для себя что-нибудь. А я там кое-что нашел. Если понадобится, зовите. Мой выход еще не скоро. Пойду это все примерю. Так, о чем там сказать? А, он не подал, потом платочек. А, ну давайте с этих слов. Давайте к любви перейдем. Все, садитесь на стул. Я бы вас попросила, чтобы вы на памятке написали какие-нибудь стишки в альбом. Я бы вас попросила, чтобы вы мне на память написали какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много? Я вам лучше вместо этого... Я лучше вместо этого предоставлю свою любовь. Куда? К ней ближе. Куда же еще? Любовь? Я не знаю любовь. Я не знаю, что это такое. Чего же вы отодвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу. А чего ж вы отодвигаете свой стул? Да не буду я с этим чучелом сидеть! Я не чучело! Я из эпохи! Она не чучело! Для чего же близко? Все равно и далеко. Для чего же близко? Все равно и далеко. А чего ж далеко? Все равно и близко. А чего ж далеко? Все равно и близко. Да к чему же это? Да к чему же это? Да ведь это вам кажется, что далеко, а вы вообразите, что близко. Как бы я был счастлив, если мог прижать вас своей... Обнять. Как бы я была счастлива обнять вас. Да. Ах, какой пассаж! Рано, что вышла. Анна Андреевна появляется, когда Христаков встает
мое на волоске, сплавили в груди прошу вашей руки. Но позвольте заметить, я в некотором роде, я замужем. Это ничего, для любви нет различий. Ах, какой пассаж! Ну что ты, сударыня, зачем? Что за ветренность такая? Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Кошки там нет. Чего? Кошки у Гоголя нет. Вообще есть. Ну вот же, вот тут написано. Вдруг бежала, как угорелая кошка. Здесь я, здесь, уже тут. Чего? Я ваш слуга. Почему именно сейчас? Ну вы же сказали, что кто-то бежать должен. Я подумал, самое время. Ну нет же такого текста у Гоголя. Скажите прямо, чай или кофе? Чай! Со сливками, без сахара, без варенья, без пива, без разговоров! Хорошо, слушаюсь. Мне чай! Когда ты будешь вести себя благоразумнее, как прилично благовоспитанной девице? Ладно, где вы там остановились? Так. Хлестаков делает предложение Анне Андреевне, затем появляется Дрогичев. Значит так, все, что мы сейчас сделали, давайте быстренько повторим, и хватит на сегодня. А что, приличный отрывок получается, и фестиваль прокатим. Дальше. Ах! Отчего вы, сударыня, так испугались? Нет, я не испугалась. Я вам помешала? Вы никаким образом не можете мне помешать. Никаким образом не можете. Вы говорите по-столичному. Осмелюсь быть так счастлив, чтобы предложить вам стул. Но нет, вам должно не стул, а трон. Мне так нужно было идти. Какой у вас прекрасный платочек. Вы насмешники. Лишь бы посмеяться над провинциальными. Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Какой-то платочек. Я бы вас попросила, чтобы мне на память написали какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много? Я вам лучше вместо этого предоставлю свою любовь. Любовь? Я не понимаю любовь. Я никогда не знала, что за любовь. А чего ж вы отодвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу. Да чего ж близко? Все равно и далеко. А чего ж далеко? Все равно и близко. Да к чему же это? Да ведь это вам кажется, что далеко, а вы вообразите, что близко. Как бы я была счастлива обнять вас. Нет. Вы перепутали. Это слова Хлестакова. Я ее обнимать не буду. Ты не обнимай, а только скажи. Он должен стоять на коленях. Еще чего? Непременно на коленях. Помните, когда я сбегаю, я говорю, что пол совсем не чист. И вообще, тут чего-то не хватает. Тут же я должна сбежать, а вы тихо, мирно сидите. Ладно. Как бы я был счастлив обнять вас. Ах, какой пассаж! Ну что ты, сударыня, зачем? Что за ветренность такая? Я, маменька, не знаю. Не знаю, маменька. Как? Вы на коленях? Ах, встаньте, встаньте. Здесь пол совсем не чист. Нечего перед ней ползать. Я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. С пламенем в груди прошу вашей руки. Но позвольте заметить, я в некотором роде... Я замужем. Это ничего. Для любви нет различия. Ах, какой пассаж! Ну что ты, к чему, зачем? Что за медленность такая? Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Здесь я, здесь, тут я. Yes. Чего? Я дочь Калякина Тяткина, как положено. Почему ты явилась именно сейчас? Ну вы же сказали, что кто-то сбежать должен. Я подумала, самое время. Господи. Это ничего. Для любви нет различия. Мы удалимся под сень струй. Я, маменька, я в растерянности. Я не знаю. У тебя вечный сквозняк в голове. Ты берешь пример с дочерей Ляпкиной Тяпкиной. Чего тебе глядеть на них? Нечего тебе глядеть на них. Если вы не увенчаете мою любовь, то я не достоин земного существования. Не извольте мелочиться.
не извольте гневаться. Что такое? Там унтер-офицерша, она налгала вам, она сама себя высекла. Провались, унтер-офицерша, мне на нее плевать. Да вы не понимаете, это такие мошенники, они обмеривают людей. А знаешь ли ты, какой честью удостаивает нас Иван Александрович? Он просит руки Ляпкиной-Тяпкиной. Не извольте гневаться, она у нас немного с придурью, но при чем здесь она? Да, я влюблен. Так вы в нее влюблены? Ах ты, Ляпкина-Тяпкина, ах ты, злодейка такая! Я о нем, может быть, всю жизнь мечтала, а ты мое счастье опять хочешь? Я дочка Ляпкина-Тяпкина, как положено, голубом. Я не виноват, что ты появился, он взял меня и влюбился. Ах ты, злодейка несчастная! Сейчас ты мне запомнишь, как его время на сцене появляться! Ах, прекрати! Пальчик! Не может парень оттуда так себя вести, а у другого воспитана. Прекратите сейчас же! А тебя вообще в месте нет! Ты чего ты только вышел сюда? Все нам только портишь! Сергей никого не... Хлестаков никого не любит! Он просто бабник, который за каждой юбкой волочится! Вадик! Решите! Жизнь или смерть? Как здорово! Ну вот видишь! Из-за тебя этой дряни Бог позволит стоять на коленях! Ты недостойна такого счастья! А можно? Нельзя! Ну, благословляй. Не могу верить. Ой, я человек слова, я человек свобода. Я могу застрелиться, и тогда вас под суд отдадут. Нет, не извольте гневаться. Не извольте делать так, как ваш душок. Да, у меня... В голове такого вольного прочтения Гоголя еще следует. Я правда могу на все. Простите, сударь. И вы, дорогие зрители, простите меня. Такой дурак вырос, какой еще свет не видел. Это я все делаю от любви. Точно. От любви к искусству. Ребята, эту помазуху привела. Так она любви снимает сцену. Не мой сцены. Я не доживу. Да. Главный приз фестиваля нам обеспечен. Шутишь, что ли? Конечно. Весь наш спектакль — шутка. Страсть, так сказать, по Гоголю. Но, по-моему, неплохо получилось. Мы старались как могли. Страсти, говорите? Ну, пусть будет так. А даже если где-то и оплошали, да простят нас наши зрители и... Николай Васильевич!